Качественный ремонт в квартире или офисном помещении – мечта многих людей. При этом добиться красивой гармоничной картинки не так-то просто. И зачастую без помощи специалистов не обойтись. Так как ремонт производится на долгосрочную перспективу, если он проведен руками опытных специалистов, то он прослужит не один год без необходимости что-то доделывать или переделывать. О том, к кому обратиться за качественным ремонтом, в нашем следующем репортаже. В компании «Добрострой» занимается ремонтом помещений разного назначения, домов и квартир, а также коммерческой недвижимости, офисы и рестораны. В организации работает команда профессионалов разного профиля, которые могут справиться со всеми поставленными задачами. Специалисты знакомы с современными технологиями и знают, как сделать так, чтобы заказчик остался доволен. А для наилучшего результата применяется новейшее оборудование. Стараемся автоматизировать процессы, начиная от каждой стадии. Закупаем инструмент профессиональный, начиная там от каких-то отбойников хороших, удобных, закупили штукатурные станции немецкие. И на всех стадиях стараемся вот перейти к автоматизации. Любой ремонт – это нагрузка для бюджета, если правильно не распределить свои финансы. Специально для этого в компании «Добрострой» разработали программу, которая помогает клиентам следить за своими расходами. Мы разработали, у нас так называется, основной документ объекта. То есть, когда клиент онлайн может видеть свой баланс, столько он пополняет его, там 100 тысяч положил, например, и видит то по чекам на материалы черновые потрачен, там 71 тысяча, на работы потрачено 20 тысяч. В своей работе специалисты компании применяют проверенные и надежные материалы, которые уже показали себя с положительной стороны. Например, все методики, что появляются и рекомендуют производители в организации, пробуют на себе. Так, в каждом кабинете офиса применены разные способы оформления стен. А совсем недавно организация закончила ремонт крупного помещения в самом центре города. На месте старого ресторана появится современный паб. Стены здесь полностью отбивали старую штукатурку, то есть по проекту делалась новая декоративная штукатурка, и кирпичная кладка очищалась, грунтовалась и красилась краской, то есть судя по спецификации проекта. Над исполнением проекта всегда работает слаженная команда специалистов, а общаться на предмет исполнения можно с одним человеком. Компания «Добрострой» расположена по адресу бульвар Радищева, 37, вход со двора.